В России могут быть разработаны дополнительные меры поддержки учреждений культуры. Речь идет о театрах, кинозалах, музеях и других объектах, которые сейчас закрыты или работают с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Говорить о восстановлении их функционирования в штатном режиме пока рано. Тем не менее, как отмечают эксперты, показатели реализации нацпроекта «Культура» почти не пострадали. Большинство критериев были выполнены еще в первом квартале года. Показателях нацпроекта у нас их 13, их все прекрасно знают, но хотела бы остановиться на некоторых из них чуть подробнее. Два верхнеуровневых показателя – это посещаемость учреждений культуры, и, наверное, этот показатель больше всех беспокоит наши регионы, потому что с 18 марта учреждения культуры закрыли свои двери для посетителей, для офлайн, так скажем, посетителей. И, конечно же, этот показатель у нас достаточно сложно выполним. И все регионы беспокоятся о том, что они не смогут выполнить показатель нацпроекта по посещаемости учреждений культуры. Однако хочу сказать, что при плане на 2020 года это 798 миллионов посещений. На первый квартал у нас показатель 159,5 миллиона посещений. Так вот, факт первого квартала у нас составил 220 миллионов 400 тысяч посещений, то есть на 27,6% больше, чем планировалось. То есть за первый квартал практически мы выполнили первый и второй квартал по посещениям. Мы все прекрасно понимаем, что в случае продления ограничительных мер плановое значение может быть не достигнуто. И мы планируем вернуться к рассмотрению и корректировке данного показателя в августе месяце. Все внимание сейчас обращено на субъекты. Приоритет – выполнение нацпроекта даже в таких сложных условиях. Кроме того, в некоторых регионах уже начали постепенно снимать ограничения. Открываются музеи и парки. Напомню, нацпроект «Культура» был запущен в прошлом году. Он подразумевает как открытие новых культурных объектов, так и реконструкцию старых, а также увеличение посещаемости, выделение грантов, обучение квалифицированных специалистов в сфере культуры и так далее.